Рыба должна быть абсолютно сухая. Время чистой пользы. Всем-всем-всем здравствуйте! Мы будем готовить вот такого вот шикарного карпа. И сейчас мы ее приготовим в соляной шапке. В нашей семье готовит мужчина, а я буду говорить, какой красивый карп. Отделил желток от белка. О, смотрите, счастье. Сразу два желтка. Нам нужно 4 белка на среднего карпа 1,5 килограмма и на 2 килограмма соли. Какое огромное количество соли. Мы будем есть пересоленого карпа? Нет, рыба возьмет ровно столько, сколько ей нужно. Не задавайте вопрос, она же умерла, как она узнает, сколько ей нужно. Вот неонавейшн уже наступил, и сюрпризов будет просто тьма. Пока карп готовится, я предлагаю вам челлендж. В общем, друзья, сейчас, получается, мы будем готовить брускетты. Мы уже презентовали Эйпиелу. Да, кстати, это правда, друзья мои. Сейчас мы Эйпиелу тестируем. Мы ждем очень ваших отзывов по поводу ее работы. С 8 января включится второй шаг. Эйпиела станет платой. Смотри, как красиво. Очень круто выглядит. Просто вау. У нас в разработке новый проект. Действие будет где? В Бали? Да. В одном доме, где 15-20 комнат. Партнеры компании постройнеют, загорят. Я вас уверяю, это будет потрясающе. Наши лидеры будут жить, худеть, стройнеть. Станут просто прокачанными, сексуальными, красивыми, просто нереальными. Вы сможете узнать больше о продукте Perfect. Но самое главное, прокачивать свои лидерские качества. А Ольга будет нас мотивировать просто со своим видом и своей фигурой. Я буду улыбаться. Готовы? Нам снова понадобится коньячок. Должны все приготовить такую рыбу на Новый год, отмечать Сергея Сергеевича и Ольгу. Слушайте, вот я говорю, жена, да? Вот я все равно сейчас удивляюсь. 16 лет. Это было волшебно, чат у нас в восторге, все пищат, все хотят попробовать. У вас, возможно, будет такая возможность на Бали. На Бали. Кто хочет на Бали? Пока-пока. Увидимся в году неонавейшн. Увидимся, когда увидимся. До новых встреч, храни вас Бог. Пока-пока. Я забыл на самом деле положить розмарин, чеснок, лимон. Но получилось потрясающе.